Февральский гром. Окно Донбасса. Ломим там мы. Али гнется? Или на месте остается? А ну вжарь, морпехи! Вжарь! Звереет вражья группировка. 140 тысяч стволов болит. Донбасс не гнется, он стоит. Кто жив, а кто убит? О том волнительном Крыму мы знаем по горячим сводкам. Душа болит, тревожит сердце обстановка. Так что ж сидишь ты на печи? Кричит мне совесть изнутри. Чего скулишь? Воюй, иди! Что поднимаешь лишний крик? Встань, покажи свою сноровку. Есть оправдание. Стар старик, но точит душу некий стыд. Я чувствую себя неловко. Смерть набирает грозный шаг. Донбасс пылает и дымится. Пора убийству прекратиться. Россия вскинула наш флаг. Мы долго ждали этот шаг, и горько хмурились мы в лицах, и час пришел нам расплатиться. Бей по врагу прямой наводкой, кто правды боя не боится. За оскорбление, за разбой, за хамство в дверь моей столицы. Прямой наводкой хлеще бей, кто правды боя не боится. Кто любит Русь в час роковой, в сплоченной дружбе за настрой, в бою за славную походку. Светлее станут наши лица, Россия! Победа будет за тобой, пусть в том никто не усомнится. Наш шаг победный, он взвинтится, взыграет русский дух наш стойкий. В крови тот, что у нас в самом зародке, горящий, вспыхнувший внутри с петровской жаркой сковородки. Виват вам, воины, за стойкость! Виват всем павшим за живых!